Всем привет, ребята! Сегодня вместо красного шарика мы будем играть за спиннер. Так, вот мы тут очутились. Смотрите, как он прикольно кружится. Ой, нас тут только еще успела эта штука пожалить. Так, давайте. Во-во-во-во-во, спиннер, спиннер. А, не падать, не падать. Нам нужно выживать. Так. Сейчас она будет ехать вот сюда. Мы сможем тут все забрать. Давай, 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 давай. Забрали звездочку. Ребятки, ребятки, у меня для вас есть новость интересная. Если вы хотите попасть в следующее видео, то досмотрите видео до конца. Где-то будет спрятан секрет. И кто самый внимательный его найдет и напишет, тот попадет в следующее видео. Так, а ну-ка взрывайтесь, монстрики. И с ними мы тоже вроде бы расправились. Так, что у нас тут? Ух ты, как все быстро-то! Чё же я так падаю-то? Хоп. Они меня должны останавливать, как бы. Но что-то безуспешно. Так, а если мы как-то вот так вот, вот так вот. А как мне пройти тут, что спиннер слишком легкий? Давай, 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 давай. Да что, куда он заваливается-то? Так, нужно это прочувствовать дело. Оп. Отлично. Нет, ну. Вы издеваетесь, что ли? Как же тут пройти тогда? Так, вроде бы что-то получается. Ура, наконец-таки. Наконец-таки мы тут прошли. Так, а что тут? О, тут их целая куча. А! Ой, как он удачно взорвался-то. Раз. Два. Готово. Забираем звездочки. Флажочек поднят. Теперь нужно подождать. Так, подъехала платформочка. Подпрыгиваем еще раз, чтобы наперед, знаете, так включить электричество. Ну никогда я тут не успеваю-то, ну что же это такое? Как там пройти, чтобы успеть, пока платформа не отъехала? Наверное, никак. Ребят, напишите, если у вас тут получалось пройти, мне будет очень интересно. Кто же так круто играет в эту игру? Так, вот выход. Выход теперь у нас открыт, и мы отправляемся дальше. Отлично. Так, это что у нас тут за трамплин такой? Вау! Какой-то интересный трамплин. Ну-ка, поедем-ка на нем. Вау, вот это меня забросило. Так, а ну-ка. Давай, 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 спиннер, давай, у тебя все получится, ну же. Так, осталось только звездочки здесь все позабирать. Давай, 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 давай. Готово. Хорошо. Так, теперь отправимся вот сюда. Раз, два, три. Круто-то как! Вау, как же наш спиннер быстро крутился. Это было просто нереально. Так. Что тут интересного? Там. Вау. Как-то еще тут надо прыгать, так вот интересно. Хоп, с одной штуки на другую. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. И мы можем, наверное, уже... Давай, давай, давай. Yes, как раз. Очень вовремя. Так, мы тут что-то отключили. Все, мы все собрали. И теперь эти звездочки. Бамс, бамс. Так, а тут что, ничего нет? Ничего нет, и... Эй, ему что, опять заново пошли туда? Так, ну ладно. Сейчас главное посильнее раскачаться. Хоп. Справились. Хоп. Тоже готово. Отлично. Так, а что это я тут интересное нашел? Это, ребята, у нас другой уровень уже, следующий. А нельзя тут сразу так запрыгнуть? Ну, наверное, так просто ничего, ребята, не бывает. Так, это что за штуковины? Ай, куда это меня унесло-то, а? Интересно. Так, раз, два. Ого. Вот это я даю. Три. Четыре, почти достали. Пять. Ура, ребятки, и тут мы тоже прошли, уху, вот это у нас был уровень, конечно, сложный. Я надеюсь, ребятам очень понравится, так как мы тут остановимся. С
посмотрите следующей серии. Если вам именно уже хочется посмотреть сейчас продолжение, то просто зайдите на мой канал. С вами был Спиридиду. И всем пока. Всем привет, ребята! Меня зовут Спиридиду, и мы попытаемся сейчас пройти последнего босса с помощью всех персонажей, ребята! Посмотрим, за сколько я справлюсь с этим гигантом. Он, конечно, очень опасен. Так, а ну-ка, быстренько туда теперь. Так, получай. Сейчас ему нужно перепрыгнуть. Хорошо, быстренько запрыгиваем. Сейчас всеми персонажами попытаемся его победить. Так, давайте, пока есть возможность. Тихо, тихо, вот он уже начинает нас... Ай, ждем, поехали. Так, давай. Еще два удара осталось. Так, ничего страшного. Все, ребята, его мы победили. И теперь спасем сейчас нашу возлюбленную. Так, вот тут, конечно, будет потяжелее пройти. Давай, давай, красный шарик, у тебя все получится. Тихо. Тихо. Нет, все-таки попались на этих ловушках. Эх, какие они тяжелые. Так, давай, сейчас я тебя спасу. Тихо. Ай, конечно. Так, последний ключик, ребята. Что? Так, все, последний ключик, и мы спасли нашу невесту. Ура! Так, а теперь осталось ее спасти еще за несколько персонажей. Теперь, ребята, свои силы попытает баскетбольный мяч. Так, давай, дружище, посмотрим, на что ты способен. Так, первый перелет очень даже удался, да? Получай, босс. Так, стой, сейчас баскетбольный мяч тебе покажет. Тихо. Ай, как больно-то. Ты что сделал-то? Получай камнем, ты злодей. Тихо. Ой. Все, сейчас тебе тут и получишь ты. Фу, успели. Все, ребята, сейчас один раз его осталось нам. Что? Как это он нас раздавил? Я же баскетбольный мячик, мне нельзя раздавить. Так. Ой, смотрите, мы его пошатнули даже. Прикольно. Так, и он и я получил, вот это да. Давай, баскетбольный мячик, у тебя все получится. Да что ж такое-то? Все, ребята, мы его смогли победить. Так, а теперь самое тяжелое. Эти бластеры, лазеры, эти красные. Давай, принцесса, я тебя спасу. Так. Так, тихо. Ух ты! Все, мы спасли! А в этот раз, ребята, силы попытают смородинка. Давай. Или не смородинка ты, или малинка, но больше похоже на смородинку. Так. Все вроде бы хорошо. Давай, у тебя тоже все получится. С этим злым и огромным боссом. Так. Что? Как это мы по ним камнем не попали-то? Ну-ка, получи, шипастый ты злодей. Так. Сейчас мы тебя камнем-то получил. Так. Ой, ребята. Тихо. Хватит пускать эти штуки. А! Как это он нас смог задеть-то? Нет! Получил. Еле-еле, ребята, мы успели. Вот это, конечно, да. Так, стоим посередине. Сейчас осталось подпрыгнуть. Давай, хоп. Ну, вот это мы подпрыгнули, конечно. Позор. Так, ключик почему-то в этот раз тут оказался. Ну да ладно. Ух ты, быстрей. Все, ребята, и теперь мы ее спасли.
На этот раз, ребята, испытание хочет пройти великий черный шарик. Так, ну-ка давай. У тебя тоже все должно получиться, дружище. Черный шарик, очень крутой шарик. Чё? Это как так можно было? Черный шарик, ты чего? Вот, вот так вот уже лучше намного. Давай, давай, сейчас он получит. Злодей этот. Так. Тихо. Запускаем камни. А, нет, нет, нет. Давай, получай. Ой, как ты вовремя подпрыгнул, прямо молодец. Что? Как это мы получили-то? Давай, 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 давай. Все, справились. Так, 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 теперь пошли эти штуки. Непонятные. Ну, навряд ли у нас получится с одной жизнью пройти. Хотя... Хотя, ребята, получилось! А следующий у нас на очереди, это апельсинка. Так, ну что, давай апельсинка, я думаю, у тебя тоже все выйдет. А ну-ка, ну-ка. Вот он, злодей этот, катится. Получай камнем огромным. Так, тихо. Тихо, тихо. Нет, нет, нет! Да что ж ты будешь делать? Куда, куда надо прыгать? Сюда? Тихо. Тихо, тихо. Все, получилось? Вроде бы неплохо. Так. Давай, давай, зубастая ты такая. Как это мы не попали-то по нём? А сейчас? Все, сейчас попали камнем, отлично. Хорошо, хорошо, давай. Давай, громила. И сейчас камни промахнулись. Ну что ж ты будешь делать? Так. Давай, выпускай свои эти штуковины. Все. Круто. Отлично. Вот это мы вовремя это сделали. Все, он теперь у нас пропал. Так, теперь самая важная миссия. Так, ключ почему тут оказался? Тихо. Ура! Теперь, ребята, время золотого шарика. Или желтого. Теперь он попытает свои силы. Так, вроде бы перепрыгнули. Давай, давай, давай. Камнем его этого злодея. А, тихо, тихо, тихо. Так, быстрее, 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 быстрее. Что? Да почему я не попал-то, а? Хотя бы этим камнем попаду. Так. А. Давай, 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 иди. Получил, да? Так. Тихо. Давай, давай, сейчас мы на тебя скинем еще один камень. Ой, как вовремя ты подпрыгнул. Так, я тоже получил почему-то. Тихо. Что? И я, и он? Это как так может быть? Странно. Принцесса, сейчас мы тебя освободим. Так. Тихо. Я, ребят, могу пройти, не потеряв ни одной жизни. Да как такое произошло-то? Бас! Я, ребятки, мы справились. И на этом, наверное, закончим наш эксперимент. Ну что ж, ребятки, всем пока.